Сейчас мы находимся в транспортной компании ПЭТ. Вот. И сдаем абсорбер клиенту, сколько отправляем. Вот. Металл достаточно толстый абсорбера, поэтому упаковка получилась жесткая, несминаемая. И вот мы замотали стрейч-пленку и указали координаты клиента. Вот. И 2-3 дня будет уже в Пскове абсорбер. Также на всякий случай, если клиент не возражает, мы как бы не пишет специально, что не надо облешетку, чтобы дороже не было. Мы облешетку упаковываем, потому что в грузовике тяжелый груз, допустим, сверху если положить, то замнется. У вас будет излом на абсорбере. Вот. То есть может повезет, сверху положит, а может не повезет, снизу окажется и будет так блином. Поэтому обрешетку упаковываем, она добавляет где-то 150 рублей к стоимости, зато не пострадает. То есть сейчас дадим в обрешетку, попросим паковать дополнительную защитную. И обрешетка — это вот деревянные доски такие вот. И их гвоздями скрепляют, и уже не раздавится, и не портрется, и так далее. Вот. То есть отправляем по всей России, ну, в среднем 2-3 дня идет. Ну и доставка вот с нашего склада до Пскова клиент обойдется примерно там этих 5 метров где-то в районе 600 рублей. Вот. То есть он при получении оплачивает транспортная компания ее услуги по перевозке. Так что отправляем без проблем, вот так вот мы упаковываем.